Пушкина 8. Я вас знаю уже. Да? Я же с вами ездила. На Пушкина? Пушкина 8. У меня там какой-то социальный центр. Есть такой. Это и фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать». Макс, ты видел этот фильм про Джеймса Бонда? Ну, отсюда, типа, тебя потом влюбились. Да я еще не хочу. Еще по второму разу хочу посмотреть вообще с удовольствием, потому что мало того, что я большой поклонник франшизы всей, я этот фильм ждал как никакой другой. Не только ты. Да, много лет. И честно скажу, пересказывать сюжет 25-го Бонда дело неблагодарное, потому что можно в любой момент внезапно выпалить какой-нибудь спойлер. Поэтому сюжет не буду передавать. Хорошо. Давай об ощущениях. Вот это самое важное. Во-первых, это долго. Я правильно считал, что это рекорд по протяженности самых длинных фильмов? Да, 2 часа 43 минуты. Да, да, я бы чуть-чуть сократил, но только чуть-чуть. Да. Во-вторых, если вы хотите увидеть роскошную девушку Бонда во всей красе, Арнольда, Термаста, откуда она не будет, ее будет вообще прислуга мало, поэтому ловите момент, не ходите, не выходите из зала, когда она появится на экране. Дэниела Крейга. Ну, это для женщины хорошая новость. Да. Злодей с именем Люцифер. Вот самое страшное в нем — это имя, ну и лицо. Так он не такой опасный, как Блофельд, например. Его сыграл Рами Малек. Да, Рами Малек — это, кстати, третий обладатель премии «Оскар», который сыграл злодея в бондовском фильме. Да. Ну и в целом ощущение такое, что, в принципе, каскад эмоций нам гарантирован. В конце обязательно все заревут. Обязательно я всем рекомендую посмотреть вот финальные титры до определенных фраз. Пойдет песня про Армстронга, пойдет песня создателя актеров, и потом появится одна очень важная для всей франшизы фраза. Не пропустите. Сын приговор. Кстати, прекрасный момент для того, чтобы напомнить, что на этой неделе у нас будет уикенд с Джеймсом Бондом, да? Мы сыграем несколько классных саундтреков. Самих фильмов и об этих песнях. На радио 7 сейчас группа Starship.